Мельницю, в принципі, не пробував. Мельниця, вона коронка, вона повинна вже йти. Як шах і мат. Самое главное, ты характер проявила. На характер, да? Да. Самое главное у борца это характер. Все остальное нормально. Это да. Нам не нужно было пробороться. Ну скажи, что это необходимо было. Это необходимо, потому что мои все схватки, они краткосрочные в основном бывают. И когда нет большой схватки, 6 минут ты не знаешь, какие у тебя нюансы, какие нужно доработки сделать. Так что все непросто. Все отлично. Дальше больше будет. Есть за что бороться. Все-таки мы боремся завтра. Дай бог, боремся завтра. Дай бог. Да, на Олимпийском стадионе, где начинались уже первые Олимпийские игры, это того стоит. Олимпийский дух должен быть всегда. Сделай какой-нибудь жест для нашей федерации. Виктория! Мир всеместным!